Сегодня МВД России оказывает более 35 видов государственных услуг, 10 из которых переведены в электронный вид. Главным управлением Министерства внутренних дел по Ставропольскому краю оказываются государственные услуги по следующим направлениям работы: информационного центра, государственной инспекции безопасности дорожного движения, центра лицензионно-разрешительной работы, территориальных органов внутренних дел. В настоящее время заключено соглашение о взаимодействии между органами внутренних дел Ставропольского края и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. Жители Ставропольского края имеют возможность обратиться во все функциональные центры, которые действуют на территории региона, за получением наиболее востребованных и социально значимых государственных услуг, предоставление справок о наличии, отсутствии судимости или факта уголовного преследования, справок об административных правонарушениях. 17 марта 2015 года специалистами информационного центра и Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел России по Ставропольскому краю проведены занятия по обучению специалистов многофункциональных центров края. В семинарах приняли участие представители 21 офиса многофункциональных центров. Все государственные услуги можно получить в электронном виде через портал государственныеуслуги.ру. При необходимости получения справки о наличии отсутствия судимости, гражданин в настоящее время имеет возможность обратиться в любой многофункциональный центр или дополнительный офис, подать заявление и получить готовую справку. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней, вне зависимости от того, где подал гражданин заявление: в информационном центре, в территориальном органе или в многофункциональном центре. О готовности справки гражданин получает почтовое уведомление, с которым получает справку. В соответствии с федеральным законом номер 210 по линии госавтоинспекции оказываются три государственные услуги. Это регистрация транспортных средств, прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений, а также предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Важное требование для всех сотрудников – персональная ответственность должностных лиц за соблюдением требований административных регламентов. По каждому действию или административной процедуре, при исполнении государственной функции или предоставлении государственной услуги.